Здравствуйте! Сегодня сделаем тренировочные сухари. Если вам срочно нужны тренировочные сухари, или у вас остался черствый хлеб, вы можете просто хлеб нарезать, положить его на противень и отправить в духовку при 180-200 градусов для того, чтобы хлеб подсох и заруманился. Потом отправляем его или в измельчитель, или в кофемолку, или если у кого нет ни того, ни другого, можно просто на дощечке с скалкой размять хлеб. Все, наши панировочные сухари готовы. Они нам сегодня понадобятся для котлет. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые рецепты.